Значит, тут мы находимся в аквариуме, как они его называют, на каком-то интересном судне, и понятно, там рыб также интересных разных, ну, мало, правда. А что интересное тут у нас, это наши черепашки. Смотрите, можно их купить на Тетиду и кормить их тут. Тут у нас даже три черепашки пришли. Вот. Сейчас постараемся, их можно потрогать. Надо, конечно, осторожно, рты не трогать. Смотрите, какой шикарный. Ну, можно голову трогать. Так, давайте сейчас попробуем с вами. Вот так, так, вот. Можно трогать так. Надо осторожно, конечно, рот желательно не трогать, потому что может быть очень больно. Вот, давайте еще одну. Черепашка, черепашка. Вот сюда. Пошла. Большие. Красавицы. Голодные.